Каждый факт, каждая историческая запись о степном гении, гениальной личности Абая бесценны. Эти ценности должны идти в ногу со временем, рассказывать о различных событиях и насыщать сегодняшнюю публику загадками вчерашних дней. На выставке представлены ценные рукописи и воспоминания, хранящиеся в фондах музея Абая. Қорында сақталған естеліктерді бүгінгі күні көрмеге ығып шығарып және... Так как наш музей литературно-мемориальный, здесь много экспонатов на бумажной основе. Один из них – это, конечно, воспоминания об Абае. Воспоминания, собранные еще в 1940 году со дня основания нашего музея. Через них мы можем узнать о жизни великого поэта, о том, в какой день и в каком событии были написаны его стихи. Воспоминания, хранящиеся в фондах этого музея, сегодня будут выставлены не только для того, чтобы мы могли их выставить, но и для того, чтобы наши воспоминания были изданы в книжном издании. И сегодня состоится очередная презентация издания «Воспоминания о Абае». Мы благодарны Балтабеку Нургалиевичу, который оказал нам большую спонсорскую помощь в выпуске такой книги, потому что спрос на это издание всегда высок. Поэтому очередное дополненное издание уже сегодня представлено нашим читателям. Многие из этих воспоминаний, конечно же, являются воспоминаниями Абая о его потомках, а именно о его сыне Турагулле, а также воспоминаниями Кукбая Жанатаевича, который был рядом с ним, а также воспоминаниями его племянника Архама Кокетаевича. Ол егде жастағы кісі болсын, ол қызықты деп ойлаймын, себебі адам... В сборнике «Воспоминания об Абае» собраны воспоминания об Абае сына Турагулла, Кукбая Жанатайулла, Архама Кокетаюлла, невестки Абая Камалии, Уасилы Магауяновны, Мусырали Аксакала, Ниязбека Алдажарова и другие. На выставке представлены ценные рукописи и памятные вещи, хранящиеся в фондах музея Абая, а также сборник «Абай Туралы Естеліктер». Данная выставка будет представлена зрителям музея в течение одного месяца. Айым Жену Сунхар Толымхан, Арлан Исаков, информационная программа «Шарайна», ТВК-6.